Вот идет моя мартышка. Немножко боится. Я пришел к кормушкам. Кормушки пустые. Семечек нет. Орешков нет. Орешки она, видимо, тоже съела. Вот. Молодец, кушай, кушай. Вот. И кто-то насовал во все кормушки куски ржаного хлеба. Кому ума хватило в голову это сделать, я не знаю. Но белочка их не ела. Пугливая. Я стал убирать хлеб, сыпать семечки. Смотрю, она сидит. Вот здесь вот она сидит, вот на этой ветке. А потом цирк-цирк и прибежала. Надо было больше ей семечек принести. Кушай, кушай. Я специально насыпал немножко семечек сверху кормушки, чтобы она видела, что есть еда. А то она сидит наверху и боится спускаться. Вдруг там что-нибудь нехорошее. Но в итоге поняла, что бояться нечего. А голод не тетка. И даже не мать родная, как говорил Михаил Николаевич Задорнов. И она это... Спустилась и ест. Хотелось бы, конечно, чтобы она стала ручная и на руку, например, садилась. Но я не уверен, что это случится когда-нибудь. Кушай, кушай, не бойся, кого испугалась, дурочка. Я ж тебя не трогаю, чудо в перьях. Ну ладно, убежала, пока.